тебя остались знакомые, допустим, в Мариуполе? Да, остались. Остались все знакомые в Мариуполе, общались с ними. Какие там настроения в городе? Ну, даже есть видео, где украинцы сами говорят, ВСУшники, о том, что все готовы стрелять в спину. Потому что на самом деле там есть, да, всякое рогульё, которое проукраинское настроено, но в большинстве своем это приезжие жены там азовцев, ВСУшников, которые присланы на митинги, там какие-то малолетки там из этих, скажи, там типа ультрас, футбольные фанаты. На самом деле, собственно, город сам, он русский, он пророссийско настроенный, и люди недовольны нынешней властью то, что там происходит. Плюс в ранние годы войны там были очень много инцидентов в Мариуполе с участием украинских военных. Там изнасилования, убийства, там стрельбы в клубах, по клубам там они... Ну, короче, кошмарили людей, как бы, кто их будет за это любить, собственно говоря. Они себя вели как свиньи. Если они говорят, что Мариуполь – это украинская земля, вели они себя там не как защитники, а как каратели в большей степени. Вот и все. Какое будет к ним отношение? Люди ничего не забыли. Тот же обстрел Мариуполя в 2015 году, когда говорили, что это обстрел ДНР. Как каждый человек, житель, понимает, откуда велся огонь. Заранее выключили свет, газ, воду. Люди видели, откуда стреляли, куда стреляли. И как бы мне звонили, спрашивали, чего вы обстреляли. Я говорю, да что, мы даже не достанем физически. Зарядов туда не достанем. Нам не хватит дальности. Мы туда не можем стрелять. Да, потом разобрались, там, какие ракеты не подразумевались, откуда был в этот выстрел. Но все равно постоянно по украинским новостям говорят, что обстреливали. Мы этого не делаем. Потому что, ну, если по факту разобраться, то есть иметь голову на плечах, посмотреть на карту, да, на тот момент она есть в общем доступе, там, линия разграничения, и понимать дальность полета снаряда, то, ну, никак. С какими проблемами мы столкнемся после освобождения? Во-первых, это будет по-любому... Люди проукраинско настроенные, потому что есть предатели. Вот недавно, на днях, поймали человека, который сотрудничал что? С СБУ, со спецслужбами. Заслевал информацию, вот это было официальное заявление Госбезопасности Донецкой Народной Республики. И таких будет много. Есть озлобленные, будут те, кто останется, допустим, затихариться. Те же там ВСУшники форму снимут, перекинутся, я, хата не моя, с краю. Потом... Ну, это будут больше политические настроения, как бы, которые будут касаться людей. Ну, я думаю, это не такая большая проблема будет. Если республика себя проявит в лучшей степени, чем Украина, то есть покажет, что мы выплачиваем средние пенсии, зарплаты, повышаем, да, там у нас все работает, все институты власти нормально работают, все запускается, как бы люди кормятся, все нормально, то я думаю, таких это будет, ну, единицы, которые дураки будут там топить за хохлов, потому что в этом не будет смысла.